Авария! И пью, бля. Авария! Все, блядь! Блять, какая, а? Проводилось в течение 2 лет Министерством регионального развития России во взаимодействии с Российским союзом инженеров, а также с привлечением Госстроя, Роспотребнадзора и МГУ имени Ломоносова. Его что, итог, больной, блядь, минеральный рейтинг, привлекательность... Ты чё, олень, блядь? Где пас? Я вижу, вижу, вижу. Пизда нам. Thank you.
мошенником. Пидорас! И когда человек настолько похуистично вот к этому относится, блин, ну, на мой взгляд, это... Вот. Так, ладно, слушай, ну, давай. Ну, пока. Да, давай, пока. Дайте мамашу, блядь. О! Есть, блядь, готово. О, смотри, видишь? О, молодец! Молодец! Ох, кто ударил? Как мама чихает. Пиздец. Мне надо из этих 30 перекидать так, придумать, чтобы вместилось 18 лежек. Она на пешеходном переходе. Ну, так она же видела, что это.
Так быстрее! Бледина ты ебаная нахуй, тварь, блядь, сука. Есть. Ай, блядина ебаная, куда ты едешь, жуёбок, блядь? Долбоёб ебаный, блядь! Сука, дебил, блядь, я тебе перезвоню, нахуй. Блять, ну вы чего? Ебаный, блять, ты что, ебанутый, блять? Я сама. Это вот. Блядь, тяжелый танк немецкий или нихуя авария, батя? Я туда заколебался, блядь. А, есть, блядь. Ну, гражданин. Да, да, да. Там что он свидетельствует, а они ему за это там делают его свидетелем. Встречу, там небольшой срок только за бродяжничество.
Право, право, право. Сдавай аккуратно только. Стой. Молодец. Умничка. Все. Там эвакуатор ты можешь потащить туда. Что-то ни разу не подходил у него этот. Ой. Опа! Ой. Планшер, девятый. Мама, что-то порёт. Меня-то хоть не зацепили.
ладно, пусть за полцены ее продать там. За две тысячи. Нифига себе. Ё-моё. Ох твою мать, ничего себе. Рыбу сыну, а так тут же везешь, чтобы не проводить. Куда кладемся? Вот там. О, блин. Что делать? Плыви, помогай. Помогай. Заело. Да не, не думаю. Блин, дура. Придурок. С 13 минут. Ну, блин, все. Молодец. Ну, зараза. Боком.
Зая! Зая! Зая, ё-моё, да что происходит? Это вот такая вот фигня бывает здесь. Вали нахуй отсюда!